Говорят, под Новый год, что не пожелается, то всегда произойдет и всегда сбывается. Здравствуйте, уважаемые зрители! Я рада приветствовать вас в предновогоднем выпуске программы «Встретимся вечером». И спешу сообщить, что именно сегодня мы вам покажем, расскажем и объясним, чего же именно нужно хотеть под Новый год. Эстетская кухня Японии в ресторане Токио не потеряет своей привлекательности даже в ночь, когда европейцы провожают Старый год. Тонкий баланс продуктов дарит гостям внутреннюю гармонию, необходимую для успешной работы и личного счастья. Готовят суши и сашими, роллы и темаки Масахико Накагава-сан, которого еще называют Марком. 20 лет он работал поваром в Чикаго, а в мае 2002 года возглавил кухню Токио. Но через год опять уехал в Штаты, чтобы вернуться к нам. Отпуск Марка не прошел зря и в смысле гастрономическом. Это оценят гурманы, которые теперь смогут отведать стейки из свежей американской говядины, с виду очень похожей на мраморное мясо, с такими же белыми прожилками. А океанический угорь в столице и вовсе эксклюзив, присущий только Токио. Поскольку рыба росла и питалась в соленой воде, следовательно, и вкусовые качества у нее несколько иные. Хотя главное зрелище происходит у раскаленной плиты. Каждый повар, который владеет искусством работы на тепане, должен именоваться шеф-поваром. Вот шеф-повар Виктор Тепаньяки, в нашем случае, да, в ресторане Токио, прежде всего раздает соусы. Затем начинает готовить мясо и рыбу. И пока идет жарко, можно узнать немало интересного. Например, что японцы специально заваривают имбирь, чтобы избавиться от недомогания. Поэтому соус из этого корня зимой особенно полезен. А еще морской окунь по-японски звучит «сузуки», как название автомобиля, и означает «быстрый верткий». Но гость ждет не столько поварских баек, сколько хорошего вкуса блюд. Марк неизменно оценивает их как «вкусняшка». Это русское слово – высшая похвала в устах японца. За теми вкусняшками, которые приготовил для нас господин Марк, мы как-то забыли, что цель визита в ресторан Токио – предстоящие новогодние праздники. Володя, рассказывайте, что будет. Ну, что будет, пусть будет сюрпризом небольшим, но судя по тому, как нам удавались предыдущие 5 встреч Нового года в ресторане Токио, я думаю, что это будет не менее ярко. А здесь залы всегда полнятся жизнерадостными мелодиями, зажигая, словно огоньки на елках, оптимизм и задор. Вином в бокалах будет плескаться и играть неугомонное веселье, крепнуть любовь и дружба между гостями. Еще в Токио по секрету сообщили, что перед праздником ресторан наденет такие новогодние украшения, каких еще не видели в нашем городе, и превзойдет в своей сиятельности и элегантности все заведения Киева. А, собственно, новогодний билет сколько стоит? Новогодний билет стоит 300 гривен. 300. А они еще есть в наличии? Приходите, найдем. В таком случае... Новым годом! С Новым годом! Акемаште омедетоу гозаимасу! Виструэшимся вечером в Токио! Здравствуйте! В сегодняшнем выпуске новостей ресторанная сеть «Мировая карта» представляет главную новость – открытие в Липском особняке осенних балов. Вы поедете на бал? Отныне это уже не вопрос из детской считалки, а тема беседы для солидной публики, которая смакует подробности вечеров в духе аристократических увеселений прошлого. Наконец-то дамы могут показать себя во всем блеске драгоценностей и вечерних туалетов, а мужчины хмелеть без вина от обольстительных улыбок светских красавиц или грации вальсирующих подруг.
Балы в Липском – не случайный эпизод, что вспышкой метеора озарил роскошный особняк, чтобы снова кануть в поток обычных дней, а начало новой традиции, которая будет поддерживаться из сезона в сезон, лишь меняя декорации. Но если в XIX веке бал был уделом знати, то теперь нужен не громкий титул, а всего лишь билет, приобретенный непосредственно в ресторане. Зачем владельцам Липского особняка, который и без того пользуется репутацией самого фешенебельного, понадобилось выписывать постановщика из Москвы? Зачем это кружение пар под сводами трапезной? Разумеется, для обострения чувств. А то можно незаметно в своем стремлении быть проще дойти до той точки душевного опустошения, когда больше не волнуют томительные вздохи скрипок, не интригует взгляд прекрасной незнакомки, пропадает желание блистать, нравится, влюбляться. Потому ресторан «Липский особняк» вместе с оглушительными вальсами Штрауса отныне и навсегда предлагает своим гостям лучшую игру для взрослых – бал с императорским ужином. Мировые новости подошли к завершению. До свидания и всего наилучшего. Хорошего должно быть много, потому у популярного шинка-казачок к радости поклонников появился родной брат на осокорках. А коль так, то будет и круглосуточный водоворот гостей. Ведь то, чем по праву гордится казачок, нужно всем и всегда. Задор украинских напевов, хлебосольность, идущая от сердца хозяина и, конечно, еда. Она родная, национальная, а потому не беда, что без затей. Зато и наскучить не может, как не может надоесть ступать ногами по нашей земле. Оттого так много друзей у ресторана и его владельца Александра Галушко. Столько подарков, цветов и теплых слов в связи с рождением младшенького казачка. Всем мира, добра, любви, успеха. Неспроста на крыше шинка пританцовывает казачок. Это не только счастливый талисман, что появился 4 года назад вместе с заведением на Совских прудах, но и будущий хозяин Максим Галушко. Поэтому в свои 7 лет у него есть все основания присутствовать на взрослом празднике. Чтобы было хорошо тут, все приходили, радовались тут. А приходить-то будут. И каким бы просторным ни казался казачок с вип-залом для большой охотничьей компании, но скоро и там не будет где развернуться, потому становится понятным самое сильное желание хозяина. Казачком должно быть Базилич. Любимчик – это, как правило, самый младший ребенок. Ему больше всего достается ласки, внимания и родительской заботы. Сейчас все мысли о казачке на осокорках, его судьбе в ресторанном мире Киева. Хочется пожелать этому заведению процветания, большого счастья, чтобы народ полюбил это заведение и никогда мимо не проезжал. Пусть все так и будет. Обретают реальный вес слова, сказанные в день открытия нового шинка. Легко на сердце, вкусно, как в детстве. Так бывает только в казачке. Самый креативный ресторан города Конкорд в ожидании новогодних торжеств стал еще краше. Из-за мерцания свечей и гирлянд магическим кажется взгляд прищуренных масок. Точно они пытаются вложить в сердца гостей светлые надежды на год наступающий. Зимнее убранство зала несет такую же печать неподражаемого авторства, как все, что наполняет стены ресторана и формирует его меню. Поэтому у счастливчиков с билетом на новогоднее представление вечер в ресторане «Конкорд» будет фантастическим. Можно быть спокойным за праздничные угощения на столах. Все лучшее, что пожелает гость из полюбившихся ему блюд. Зашумит, заискрится феерия, которая должна разворачиваться на открытой террасе. Сюрпризы каждый час. Подарки лавиной, ведь «Конкорд» – это вечная непредсказуемость во имя главного божества – гостя. Я поздравляю всех наших друзей с наступающим Новым годом. Надеюсь, он будет удачным и счастливым для всех. Давайте встретим и проведем Новый год вместе с нами, вместе с рестораном «Конкорд». Новый год в интерьере североафриканской роскоши а-ля шейх. Почему бы нет?
Это модно, стильно, как само фэшн-кафе «Маракана». Будет исполнен любой кулинарный каприз гостя, у которого имеется билет на новогодний праздник. А в меню, что действует с 15 декабря, представлены только заслуженные хиты и свежие придумки поваров. Сказочные видения – результат действия не только томного восточного антуража и медово-пряных мелодий лаунж. Старик Хаттабыч, Джин и Дед Мороз по совместительству не устанет являть чудеса, именуемые сказкой-приколом «365 дней и одна ночь в Маракане». Более того, вход в кафе без резервации столика обойдется вдвое дешевле, а для гостей в маскарадных костюмах и того меньше. Стоит ли говорить о подарках, главный из которых – годовая 25% скидка на обслуживание в Маракане. Нужны только билет и карнавальный наряд. Я хочу поздравить всех друзей Маракана с наступающим Новым годом и пригласить отпраздновать новогоднюю ночь вместе с нами. Программа снимается при поддержке компании «Оливер», представляющей в Украине лучшие торговые марки Грузии «Боржоми», «Марани» и «Вайнмен». На Сокарках среди коттеджей и летних домиков горожан переливается огнями ресторан-клуб «Белая дача». Мерцают разноцветные гирлянды на елках и резных карнизах, словно звездное небо прозрачным покрывалом опустилось сверху на мощеный двор. Тишина и чистый зимний воздух внушают пьянящее чувство свободы. И почему-то верится, это здесь ожидают боя курантов новогодние чудеса, чтобы с 12-м ударом разлететься по свету. А где же еще быть Деду Морозу? Здесь тепло и уютно, повара любому сумеют угодить, а шашлычный запах за версту укажет путь до гостеприимного коттеджа. Восток оказался делом столь тонким, что его реконструкция затянулась на целых полгода. Но тем радостнее встреча с гостями, которым не без гордости демонстрировали новый интерьер. А самую тяжелую часть хлопот по этому волшебному превращению взял на себя Ланчан. Его можно назвать директором, менеджером, но по сути он добрый дух заведения. И как без Востока Киев невозможен, так и без этого улыбчивого человека нельзя представить себе ресторан «Восток». Это он тщательно отбирал у себя на родине дорогую лаковую мебель из красного дерева ручной работы, светильники, картины. И теперь перед гостями возник другой Китай, по-прежнему величественный и роскошный, но уже устремленный в современность. Я вам должен сказать по выражению глаз наших, вы понимаете, что мы оба из Китая. Вот, я вам должен сказать, что меня, честно, мы когда улыбаемся, да, почти глаз не видно, но это от щедрости души, это от доброты, потому что я вам должен сказать, что все те, у кого такая форма глаз, это обязательно люди добрые. Без сомнения, изменения Востоку к лицу. Это свежее дыхание, которое окрыляет еще на большую самоотдачу, усиливает желание быть лучшим, а у гостей вызывает новый прилив чувств, как это бывает, когда приходит вторая волна влюбленности. Чому я тут? Тому що, по-перше, цей ресторан дійсно відповідає європейському рівню. Тому я хотів би йому вручити годинник Національного комітету Міжнародної торгівельної палати України. Принимая искренние поздравления гостей, владельцам «Востока» трудно было скрыть свое удовлетворение. Да и зачем, если эмоции подкреплены блестящим результатом, и он воодушевляет на открытие в скором будущем новых заведений китайского направления. Полгода прошло, пока мы из этого очень хорошего ресторана делали супер великолепный ресторан, как мне кажется. Мы благодарны всем людям, которые пришли и разделили с нами нашу радость. Спасибо. Многие лета ресторану «Восток» напевал весь зал. Эти слова повторяли на китайском, русском, цыганском, облекали в танцевальные движения и кулинарные шедевры. Каждый от всего сердца желал, чтобы часы, которые начали отсчитывать время новой жизни «Востока», никогда не останавливались, чтобы с каждым движением стрелки у него прибавлялись друзья. Как известно, среди гостей ресторана немало людей, искушенных в гастрономии, в том числе и сотрудники посольств. И уж если они тоже признали кухню Востока истинно китайской, то это лучшая рекомендация тем, кто еще здесь не был. Все вкусно и все хорошо.
Вечеринка в честь открытия ресторана «Восток» получилась живой, экспрессивной. Но чтобы пропустить через ум и сердце новые детали интерьера, посмаковать китайские блюда, которых в меню насчитывается до 1000, а теперь еще и японские деликатесы суши-бара, нужны спокойная обстановка и время. Но все равно не прогадает тот, кто решит Новый год встречать именно здесь. Чуточку фантазии, и можно представить Дмитрия Чекалкина в роли ведущего. Живую куклу Ельцина, Путина. Ну что об этом рассказывать? Лучше смотреть. Мы сейчас в Дунван Фэндиан. Встретимся вечером в ресторане «Восток». Последние новости о ресторанной жизни Киева читайте также в мужском журнале XXL. У загородного комплекса «Чабаны» репутация места, где хорошо проводить время в кругу семьи, ведь там не скучают ни большие, ни маленькие. А поскольку Новый год – праздник, который принято отмечать с близкими людьми, то воображение многих киевлян уже рисует жаркий камин и щедрое застолье. Еще бы! 8 перемен блюд предстоит выдержать обладателям новогодних билетов под крепкие и легкие напитки. Будет на столе кулинарная легенда чабанов, маринованная в душистых травах брынза на ржаном хлебе, а также пресловутые мясные деликатесы собственного приготовления. Салаты и горячее предлагаются на выбор, в зависимости от предпочтений гостя – рыба или мясо, сом или кролик. Кому-то милее салат из куриного филе гриль, а кто-то не откажется от дуэта крабового мяса с креветками. В отличие от многих популярных заведений, цена билета умеренная – 75 условных единиц. А малыши до 7 лет вообще гостят у чабана бесплатно. И здесь они никоим образом не помешают развлекаться родителям, потому что с 9 вечера до 2 часов ночи дети будут под присмотром обаятельной гувернантки. Но больше всего радует в чабанах то, что главам почтенных семейств не нужно пораньше оставлять праздничный стол, чтобы попасть домой с уставшими детьми и супругой. Над рестораном приготовлены комфортные номера. Правда, их всего 18, и необходимо поспешить с бронью. Тогда можно праздничное веселье испить до дна. Поздравляю с самым добрым и сказочным праздником. Желаем счастья и добра, и ждем вас всех у чабана. Заветная ночь будет полниться ритмами самбы, мелодиями живого саксофона и гитары, пленять танцами девушек из варьете. Бречка с ветерком умчит гостей в синюю ночь, а кроме массы милых подарков, каждой паре будет вручена 10% дисконтная карта на весь 2004 год. Программа снимается при поддержке компании «Оливер», представляющей в Украине лучшие торговые марки Грузии «Боржоми», «Марани» и «Вайнмен». В уходящем году гости лучших ресторанов Киева открыли для себя новые удивительные вина, что пришли из Грузии. Гористой самобытной страны, где виноградная лоза сопровождает человека с момента его рождения. Из уникальной Алазанской долины происходят вина торговой марки «Вайнмен», чтобы повсюду нести с собой людям душевность застолья, прекрасные тосты и хорошее настроение. А все потому, что производство напитков осуществляется на передовом итальянском оборудовании. К тому же на заводе в кахетинском поселке Цинандале помнят о двух важных принципах. Честность и чистота. Чистота переработки, чистота розжига, чистота души, издыхания. Когда художник на холсте ставит свое имя, значит, он горд работой. Основатель торговой марки «Вайнмен» Гия Пирадашвили тоже оставляет автограф на каждой бутылке вина. Он как бы подписывает договор с потребителем. Качество гарантирую лично. Это будет самым таким прекрасным начинанием, которому последуют другие виноделы не только Грузии, но и других стран. А поскольку для новогодней ночи мы выбираем самое лучшее, то именно такие напитки должны сопровождать пожелания удачи, взаимопонимания и благоденствия. Ведь искренность чувств, которые передались вину от его создателей, и сердечность собравшихся за столом способны оживлять слова и мечты. Тем более в ночь, когда нет ничего невозможного. Я благодарю вас от всех украинских
поклонников вашего вина Вайнмен за вашу работу, за ваш труд, за то, что вы возрождаете эту замечательную марку грузинского вина, делаете все правильно, честно, чисто, красиво, замечательно. Найти на дороге подкову – это всегда к счастью. А вот найти дорогу к подкове, да еще под Новый год – это гарантированное счастье на весь 2004 год. В каждом из четырех залов ресторана «Подкова» словно в замке знатного рыцаря простор и торжественный уют. Вместе с тем в любой уголок долетит музыка цыганской плясовой и дикого канкана в самую пьянящую ночь года. Только успевай смахивать с лица шальное удивление после очередного розыгрыша или сюрприза. А песни Пугачевой и Патрисии Касс расшевелят даже сонных рыб, и отступит мороз после вина и танцев. Но жарче всех будет, разумеется, команде поваров во главе с Сергеем Сергиенко. Как бы им ни хотелось покуражиться со всеми, но еще сильней желание показать свое мастерство. Так что еды гостям, которые купили входной билет, с лихвой хватит до утра Нового года. Сели господа за стол, а там уже ассорти из мясных рулетов и деликатесной рыбы, щука фаршированная, помидоры с сыром, моцарелла. Пока выпили по рюмочке другой, поднесут каждому теплый салат из тигровых креветок, замысловатые французские закуски из языка до лосося. Только улягутся страсти после церемонии вручения золотой подковы, тут и дичь подоспеет, а за ней горячее на выбор. А когда в большинстве заведений в стоимость билета входит строго дозированное количество спиртного, в подкове хозяева просят, приговаривают: «Пейте, гости дорогие, наливайте доверху, чтобы тосты и песни звучали». Причем напитки непростые. Кроме того, на улице, где будут жарить ягненка на вертеле, можно дозаправиться глинтвейном. Правда, после обильных возлияний тяжело гостям подковы будет возвращаться домой. Но доставка в Киев входит в стоимость новогоднего билета. Вот и не верь, будто подкова – это верный знак везения. Поздравляю с наступающим Новым годом! Счастья вам большими порциями вместе с рестораном «Подкова». Снова песни и смех в ресторане «Щековица» и, несмотря на предрождественский пост, гнутся столы под тяжестью блюд. Хотя и постных, но по-украински сытных и вкусных. А рыба в праздник не грех, и собирается полон двор гостей. Потому что, когда по обычаю принято гулять, то гремит здесь праздник на всю округу. Дай Боже, вечір добрий, дай Боже, цього року діждали. Діждали цього прекрасного свята, свята Святої Катерини, свята дівочої долі, які чекають цілий рік, щоб закликати долю до нас на вечерю. Почти как встарь тянулись руки девушек за веточкой вишни, чтобы поставить ее дома в воду и дождаться цветения. Тогда быть вместе с верным суженым счастливой и здоровой. А поскольку среди гостей щековицы немало иностранцев, то отправится теперь украинская вишня по всей Европе. Бизнесмены повезут ее также невестам и женам, рассказывая о красивом народном обряде. Так с кем будешь доживать? Хвалу в месяцене! Хотя День Святой Екатерины считается сугубо женским, но без мужчин никак не обойтись. Откуда ж тогда взяться продуктом для ритуальной каши? Кожен з чоловіків буде брати жменьку гречки цієї, класти в цей казанок і побажання, свої побажання, щоб доля була доброю, щоб доля була щасливою. І независимо від національності, кожному хочеться согласия в домі, тепла, выгодных контрактов и надежных партнеров. Этими словами и приправлялась крупа. Ведь если вправду слова материальны, то исполнение задуманного – дело почти решенное.
Іди на вечерю. Незнание языка и чужих традиций, как оказалось, не освобождает от действия музыки и стремления стать участником обряда, от которого веет стариной, добром и миром. Потому гости щековицы охотно подставляли тарелки для каши, лелея надежды на беспроблемное будущее. Завітайте в щековицю на новорічні вечорниці. Будемо пити, гуляти, новий рік зустрічати і медовушку наливати. Новорічне світле свято несе радощів і сюрпризів багато. Лотерейку розгорнеш, о! А там обов'язково подаруночок знайдеш. Знайдеш! Ж приходьте, не боріться! Щикавиці, веселіться! Щастя! На здоров'я! На довгі літ! Тож давайте разом зустрінемо новий рік! Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, земле, віхто весь народився. Подарками от нашего спонсора торговой марки «Златогор» нас прекрасно встречают в самых лучших заведениях Украины. А значит, ресторанные путешествия продолжаются. Стремительное развитие Донецка теперь не обсуждает разве что ленивый. Недавно восточная столица с гордостью явила миру гостиничный комплекс «Виктория». Внутренним убранством и прозрачными лифтами он похож на «Мандарин Плаза». Но в этом дворце с именем богини Победы еще и живут, играют в боулинг, занимаются фитнесом, отдыхают в многочисленных лобби-барах и предаются гурманским удовольствиям. Наши друзья из Донецка все любят кошки. Да? А сморчки это чтобы дороже было или оно? Шеф-повар француз по имени Маню знает, о чем говорит. Именно он около 10 лет назад в киевском ресторане «Аполло» стал приучать новых украинцев тратить свои шальные и честно экспроприированные на лягушачьи лапки и фуа-гра, сабайоны и крем-брюле. Теперь Маню возглавляет огромный современный цех, где сплетены французская, японская и итальянская кухни. А пекарня выдает такие булочки и круассаны, что Париж ощущается на вкус и запах. Ресторан «Аль-Фарен», что в переводе с итальянского означает «свежий воздух», хоть и является частью Виктории, но вполне самостоятелен. Отдельное здание, собственный шеф. Габриэля тоже пленил Донецк. Ясное дело, не только выгодой, ведь повар, как музыкант, ему нужны овации и признание публики. Донецкий «Бумонт» в этом смысле благодарнее киевского, поэтому здесь с успехом работают наши менеджеры и повара. Спасибо тебе огромное, Маню. Мы за тебя рады. Дарим тебе приз от нашего спонсора торговой марки «Златогор». И ждем, все равно ждем у нас в Киеве. Встретиться вечером в ресторан «Виктория» в Донецке. После сытного обеда по закону Архимеда полагается чашечка отличного кофе, сигара и коньяк. В городе Донецке 3C – это кофейный клуб «Кафа», где его очаровательная хозяйка Анжелика все устроила столь элегантно, что невольно хочется переназвать это заведение в кофейный клуб «Кайф». В небольшом помещении, которое в свои не лучшие времена было заурядной двухкомнатной квартирой, кайф от жизни получают все, даже кот Фаберже. В свои не лучшие времена он был облезлым дворовым созданием легкомысленных родителей, а кем стал – меху, позавидуют даже норки. Хотя кот Фаберже и презирает кофе как напиток, но своим благополучием он обязан в основном итальянцам и одному немцу, которые жарят, купажируют, фасуют и рассылают по миру пакеты с ароматными зернами. А когда они попадают в интеллигентные руки, то получается вот такой клуб, где рестораторы дегустируют и выбирают кофе, а гости просто кайфуют. Мы вам дарим приз от нашего спонсора торговой марки «Златогор». Там есть бальзам целющий, который сочетается с кофе. Ну и ждем приглашения. Встретимся вечером в городе Донецке в кофейном клубе «Кафа». Все течет, все меняется. К лучшему. «Златогор». Все меняется к лучшему. Теперь, господа, смотрим и удивляемся. В Киеве такого нет. Торговый дом «Паради» открылся в Донецке полтора года назад.
это эксклюзивный представитель коньячного дома Орди, а также поставщик высококачественных вин из лучших винодельческих регионов Франции, благородного шампанского и нового для нас напитка пино. Сюда приезжают владельцы ресторанов, директора и сомелье, дегустируют и отбирают продукцию. Хотя это слово не подходит для коллекции выдержанных коньяков дома Орди под названием «Свадьбы». Манс да Дьяма – бриллиантовая свадьба, но есть коньяк, в создании которого участвуют спирты 1859 года, о чем свидетельствует сертификат, а сама бутылка из горного хрусталя, граненого вручную. Их всего 200 на весь мир. Хозяин дома Паради Мсье Бели гордится коллекцией великих вин, которые он лично отбирает во Франции. Петрюс, Латур, Мутон Ротшильд, Лафит, Озон. Но в особом почете вина Домен де ла Романи Конти, которые никто больше в Украину не поставляет. И хотя цена колеблется от 5 до 7 тысяч долларов за бутылку, покупателей хватает. Чаще не достает вина. Встретимся вечером в Паради Донецк. Как говорится, будете у нас в Донецке, теперь вы знаете, где остановиться, где вкусно покушать и где отведать замечательные напитки из Франции. До свидания. До новых встреч. Au revoir. Au revoir.